Всем привет! Значит, хочу сегодня приготовить довольно-таки интересное блюдо. Блюдо, по большому счету, это обыкновенная яичница. Трудно сказать, как она именно называется, потому что человек, который меня знакомил с этим блюдом, он ее называл яичница по-монгольски. Вот, затрудняюсь сказать, правильно это или нет, но тем не менее, блюдо это я кушаю, употребляю уже много лет. Вот. Ну, наверное... Я даже помню, меня научили этому блюду летом 92-го года. Вот. Ну, то есть, как это приготавливается? Можно готовить на газовой плите, но я вот буду готовить на мангале. На костре можно готовить, неважно. То есть, здесь, если на газовой плите, то готовится на большом газу, на максимальном. Если на костре, ну, тоже, ну, как вот, мы видим то же самое, что и здесь. Значит, прокаливаем сковородку. Прокаливаем сковородку, добавляем растительного масла. И вбиваем сюда штучек, ну вот в моем случае 6 яиц я набью. Так, теперь, естественно, солим. И хорошенько подаем перца. Черный, примерно черный молотый перец. И самый сейчас важный ингредиент, ну вот, это сметана. Все это дело поливаем сметаной. Мне больше нравится сметана из пакетиков, потому что, видите, ей удобно лить. Сейчас нам нужна лопатка. Мы это все дело переворачиваем и перемешиваем. То есть эта яичница у нас не будет лежать как бы таким вот ровным стандартным блином. Для этого нам и нужно пламя. И вот сейчас вот так вот переворачивая, не волнуйтесь, рвите ее на куски, вот, ждем, пока выкипает сметана. То есть мы видим, что яичница у нас уже прихватилась, вот. Я вам скажу, что знаете, что нужно добавить немножко перчика, потому что перца, мне кажется, здесь маловато, потому что она должна быть очень крепко перченая. Ну, конечно, это все делается на вкус, но первоисточник, как вот мне это рекомендовали, она должна быть хорошо перченая и солоноватая, так скажем. Ну и в принципе сейчас не забываем перемешивать, то есть часто мешаем. Вообще яичница должна получиться такая разорванная, наверное, на куски. Очень хорошо делать это дома на газовой плите там, или на электроплите, на горелке, но я вам скажу, что когда на костре, то с запахом дымка это еще лучше. Ну, в принципе, вот все, можно сказать, что яичница готова. Вот.
как у нас перестает кипеть сметана, как все это превращается в такую вот однородную массу, то есть вся влага испарилась из сметаны, то, собственно говоря, ну да, такое что-то среднее между яичницей и омлетом. Вот. Попробуйте, очень вкусно. Все, всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.